Всем привет, меня зовут Раиль Арсланов, это «Хижина музыканта». Знаете, я уже 10 лет играю на гитаре. И сегодня вместе с вами я хочу посмотреть весь этот путь. Я взял самый первый видос мой с 2010 года. И мы вместе с вами увидим, что вокал мой очень долгие годы стоял на месте, не сильно развивался. Ведь тогда не было таких видеокурсов, которые я выпустил для вас. Что нужно сделать, чтобы выиграть данные курсы? Подписаться на «Хижину музыканта», в комментариях что-нибудь написать и поставить лайк этому видео. В следующем выпуске выберу троих победителей, раздам эти курсы, чтобы вы занимались и становились лучше. Ну а мы начинаем, поехали! Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Люди больше не услышат наши юные смешные голоса, теперь их слышат только небеса. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. If you really want some understanding, you will only come in one mistaking. If you really want to understand me, you will only come in one demoning. Плакали, плакали, фонари и трубы. Я целую, целую твои нежные губы. И мало ли, что подумают люди. Я такую, такую никогда не забуду. You blow my whistle, baby, whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how we do it down with star real slow. You just move your lips to два белых облака, и для чего мы рождены? Лететь куда ни попадя, или идти путем иным? Заполнять вагоны под землей, или покинуть города? Эй, эй, тебе, конечно, будут говорить, выхода нет, но выход есть всегда в темноте. Я выбираю. Детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Наверное, потому что все это мое чувство одновременно радостно и в то же время груз-груз-грустно. Груз-груз-грустно. I'm thinking about it. Let it go, it will all fix itself. I'm thinking about it. Let it go, let it go. Просто невыносимая, невыносимо красивая. И любить тебя сильно так, в сердце.
раздался выстрел. Вот ради этого момента мы шли в течение 7 лет. Друзья! Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами детей. Остановите, остановите, бейте. Ведь надо выйти. Но я просто тело, что тупо болит. Тело. Нелепое тело, что тупо болит. Мне бы стать сигаретой и развеяться пеплом по ветру, или просто лучиком света и сиять. Но, блядь, не верится в это. Я бы пробку курил, если б был моряком. Мой парусом дувают тысячи ветров. Словно мотив от безумного джина, твой перекат, аромат никотина. Я твой герой, ты моя героиня, и ты мне нужна, ты моя половина. И пускай капает, капает с неба, иду мокрый красок тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа. Дойти к тебе, дойти к тебе. Правда покорила меня, сука, твоя правда. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Посмотри, ведь это рядом наша банда. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, юность в сапогах. Пропади, моя тоска. Вот он я, привет, войска, эх, рельс. Ведь без тебя дико мне так. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше лето. Ведь ты моя, да, ведь ты моя, да. Ведь могу заплатить чеканной монетой. Чеканной монетой. Заплатите, зачтется все это, зачтется все это. Да, ребята, быстро летит время. Вроде кажется, совсем недавно все это было. Мой канал был создан тогда, когда еще люди не могли выговаривать слово YouTube. Какой же я все-таки молодец, что записывал такие видосы и делал это часто. Похвалю-ка я себя один раз. Почему? Потому что время идет, мы забываем, что было в прошлом, но мы можем посмотреть видосы, которые у нас остались, и вернуться в это прошлое. Каждое видео — это определенная история, и я рад, что она есть, потому что, взглянув на эти видео, я могу туда вернуться, окунуться, вспомнить все, что тогда было. У нас же память не резиновая, многое забывается. Поддержите меня в комментариях, немножко стало грустно после этого видоса. Стоп. Я выпустил новый клип на собственную песню «Музыка моей души». В конце видео будет и ссылочка в описании также. Посмотрите, поддержите. Я сейчас хочу больше писать собственные песни и становиться артистом полноправным, а не просто кавермейкером. До скорых встреч. Пока. В январе исполнилось «Хижине музыканта» 5 лет. Моему самому первому каналу исполнилось 10 лет. 10 лет я тружусь на Ютубе, ребята. Можете поздравить, или давайте лучше погрустим, что у нас не все так гладко.